по-белорусски Брест. Город на юго-западе Беларуси. Административный центр Брестской области и Брестского района. На 1 января 2017 года население города составило 343 985 человек. Расположен в юго-западной части области, при впадении реки Муховец в Западный Буг, у государственной границы с Польшей. Впервые город упомянут как Бересте в повести временных лет по 1019 годам. По году упоминания Брест – пятый город на территории нынешней Республики Беларусь. Раньше упомянуты только Полоцк, Витебск, Туров и Волковыск. За свою историю город не раз разрушался и менял свою государственную принадлежность. Сейчас Брест находится на самом стыке территории Европейского Союза и Евразийского экономического союза. В разные периоды времени город носил название Бересте, Брест-Литовск, Брест над Бугом. Брест имеет пятый порядковый номер в списке проекта «Беларусь-132». Улица Советская, знаменитая улица Бреста, пешеходная. Пока, конечно, о пешеходности говорить не приходится, потому что часть этой улицы все-таки отдана машинам. Надо вернуть свою. Да, но скоро, скорее всего, если не ошибаюсь, после пересечения с улицы Гоголя начнется пешеходность. Пока идем. Это, наверное, аллея по улице Мицкевича. Выглядит необычно, питьевые фонтанчики и колонки старого образца. Мы продолжаем идти по Советской. 9 час утра, но уже жарко. Сегодня обещают синоптики до 23 градусов тепла. Сегодня как раз у нас в планах посещение Брестской крепости. Все силы, всю энергию мы дадим именно крепости героя. Да. Скоро начнется пешеходная Советская, и как раз в начале и конце пешеходности стоят часы, которые указывают время зажжения керосиновых фонарей. Сегодня фонари будут зажжены в 8:15. Сегодня постараемся прийти и показать этот процесс. А это будут рамочки или есть настоящие? Вот и начинается пешеходность. Я вас ввел в заблуждение. Эти часы в конце улицы показывают реально текущее время. 8:16, мы приехали, и уже здесь гуляем. А вот в начале улицы как раз и стоят часы, которые указывают время зажжения фонарей. Клумбочки, лавочки, скамеечки, все здорово. Вот, недавно, месяц назад мы были в Могилеве и снимали улицу Ленинскую, пешеходную, ну, вы можете сравнить даже разницу. Здесь все по-европейски, а там все по-обычному. Единственное преимущество то, что она там длинная, пешеходная. А так, видите, какая здесь красота, какой здесь сервис. Бересте 17-го стагодия. Вот. Как это правильно назвать? Фреска, что ли? Современная фреска. Вот так бы выглядел Брест. Наверняка Муховец и Буг окольцовывали город в том веке, в 17 веке. Вот. Интересно, Брестский чулочный комбинат, фирменный магазин. Прикольно.
Да, вот недавно появилась информация, что в Дни Победы носки в консервных банках будут продавать. Да, это было. Говорили об этом. Какие? Вот. Да какие? Ну, консервы. Печатная машинка, майка мужская 14, 15 рублей, носки сувенирные 3 рубля. Ерунда, 3 рубля можно купить. А что за эти за консервы? Носки там подаются. В консервах? Да, да. Порвется один. А вот консервы мужские. Шкарпетки. Консервы. Здорово. Вот мы купим. Вот необычно. Европа, видно, что Брест это Европа. Какой-то варяг. Что-то очень похоже на Киев. Там тоже, правда, там их четверо. Лыбедь, Киев и еще два брата, я не помню. Основатели Киева. Здесь что-то похожее в Бресте мы наблюдаем. Вот. Сапог счастья. Да, он называется счастливый сапог. В прошлом году мы с Лешей примеряли его. По древнему преданию ведомо ныне, что каждый, кто этот сапог примерит, получит доход неслыханный в делах денежных везения, городской магистрат. Я помню, когда мы с Лешей примеряли, там... Там лужа была. Лужа где? В сапоге? Да, когда мы примеряли прошлой весной. Вы намочились? Не примерял. Я сзади ставил, а эффект как будто бы поставил. Мама, а почему ты не вот возле этой статуи, я не знаю, как это сказать, мемориала, как раз и начинается, точнее, пересекается улица Гоголя, а это типа что-то вроде тысячелетию Бреста поставлен. Памятник, мемориал. Вот. Раньше, в древние времена, эта улица называлась Миллионная, и вот как раз... Как раз вот мы видим здесь архитектурная композиция. Говорит о том, что эта улица называлась раньше Миллионная. И мы видим, да, монетки с изображением герба Бреста. И тут написано «История. В Бресте-Литовском был открыт первый на территории современной Беларуси монетный двор». Вот. Именно в Бресте был открыт первый в Беларуси монетный двор. Вот, сейчас будет начинаться снова же, как начинаться. Будет улица Советская пересекать улицу Гоголя, и здесь будет начинаться сквер. Точнее, аллея фонарей, посвященная тысячелетию Бреста. Но в чем видна европейская составляющая Бреста? То, что аллея фонарная к тысячелетию Бреста была сделана еще в 2014 году. Хотя юбилей Бреста 1000 лет будет в 2019 году. Обратите внимание, все заранее, все побыстрее. Молодцы. Аллею фонарей мы вам покажем попозже, а пока мы спешим заселиться в квартиру, поэтому не обессудьте, мы быстро пройдемся по улице Советской, заселимся, а потом пойдем на Брестскую крепость посмотреть. Но завтра, может быть, или сегодня вечером мы вам покажем полностью Советскую, здесь наверняка будет много туристов, это мы буду говорить мало. А пока идем, наслаждаемся, смотрим. И как раз в это время хорошо пройтись по Бресту, потому что мало туристов, только такие приезжие туристы, как мы, после утреннего, точнее ночного поезда.
На улице Советской есть кинотеатр «Беларусь». Нет, только в начале. Их там несколько. Представляешь, если бы он все фонари... Нет, это электрические фонари, а вот как раз в начале, может быть, метров 100, я не помню, первого фонаря, он их зажигает. Представляешь, к каждому фонарю подойди, поставь стремянку или лестницу и зажги. Конечно, это долго и накладно. Он там, может, работает, грубо говоря, за полставки. Ну, а скорее эти фонари он и зажигает. Цвет стекол здесь белый, в отличие от предыдущих фонарей. Там он был какой-то серый белые, был. Белые стекла. Ну, может быть, я здесь просто вижу, что они здесь полностью белые. А я тут вижу, да. И то, наверное, много, да? Представляешь, попробуй вот, сколько здесь фонарей. Столбов 20, получается примерно 40. Попробуй зажги. Накладно. Корова. Ну, значит, молочные продукты. Грильбар. Грильбар. Необычно. А вот и корова. Копилка. Нет, мне кажется, что он чем выигрывает у пешеходной Гродно, то, что она крутая. Здесь видишь всякие клумбочки. А в Гродно она просто старинная была. Там брусчатка старинная. Здесь вот мы видим, здесь просто плитка тротуарная. А вот гостиный двор. А здесь как раз она современная улица пешеходная, но при этом посмотрите, какая она крутая. Есть что посмотреть. Да, абсолютно. Красиво, да? Да, красиво. Друзья, я снова ввел вас в заблуждение. Эти фонари тоже не зажигаются. Зажигаются старинные фонари, которые сейчас начнутся. Там даже видно, что они стекла абсолютно прозрачные. И на стеклах, кстати, есть эмблема. Герб города Бреста. Лук со стрелой, направленный вверх. Вот мы сейчас подойдем и покажем эти фонари. Здесь какая-то реконструкция, видно, идет здание. Фирменный магазин «Спартак» здесь есть. Вот. Вот эти фонари. Вот, да. Здесь даже видно. Керосиновая лампа. С эмблемой Бреста. Вот он зажигает их. Тут их немного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 фонарей. Здесь еще более цивильно, здесь необычные лавочки, да? Да, здесь снова городской глава пишет указ, почему он зажигает, почему принято зажигать фонари здесь. И здесь сказано, чтобы тьма не наступила на улицах и площадях, и других местах, нужно зажигать фонари за счет городской казны. Поэтому и зажигает такая традиция. В 2009 году было принято это. И вот самое главное. Время зажжения фонарей сегодня в 9 часов 30 минут. Соответственно, понятно, что это вечером. Поздновато, поздновато, признаться. Будем ждать.
Это, наверное, какой-то торговый центр, да? Дионис, Астервест. А это снова уже какая-то аллея. Какой-то скверик, посвященный, это, наверное... Я ощущение, что его еще демонтаж его идет. Он, видишь, закрыт. Да, Кижеватов, это, наверное, герои. Как может, какая аллея героев? Кижеватов. Андрей Митрофанович. У нас в Минске есть Кижеватова. Да, и здесь тоже Кижеватова есть. Да, вот скверик. Герои. Наш сержант Новиков, Кафанов, Гармаев. Вот сейчас мы узнаем вообще, что это. Героям-пограничникам, павшим в боях за Родину в 41-45 годах. Да, вот этот скверик героям-пограничникам находится вот на этой улице. Эта улица у нас Машерова. Она идет от центра Брестской крепости. Мы сейчас идем в направление Брестской крепости. Посетим, наверное, скорее всего, для начала ЖД-музей, а потом пойдем в Брестскую крепость. Вот, если присмотреться на дальнем плане, видна звезда, вход в мемориальный комплекс. И мы, наверное, все-таки дождемся, если мы даже не успеем, дождемся того времени, когда заговорит левитан и заиграет песня «Священная война». Можно было бы об остановке даже одеваться. Сегодня в Бресте классная погода, уже, наверное, за 20. Ну, шарфы сделали. Хотя только, наверное, 11 час. Сегодня день обещает быть интересным, жарким во всех смыслах. Интересный момент. На улице Машерова возле Брестской крепости стоит местная ТЭЦ. Вот если верить надписи 38-го года рождения. Да, или 33-го. Вот такая вот ТЭЦ. А дальше уже Брестская крепость. Главный вход. Да, 38-го года ТЭЦ. Вот что мне нравится в Бресте, говорил уже своим, скажу и вам, что на общественном транспорте, будь то автобус, маршрутка или троллейбус, имеются эмблемы, герб города Бреста, стрела стрела, лук, направленный вверх. И вот мы видим тоже Брестская ТЭЦ здесь, видим эту же эмблему. Лук с натянутой тетивой, направленный вверх. Так, наверное, будет правильно, да? Перед главным входом в Брестскую крепость справа имеется музей ЖД-техники. Интересно, что я слышал информацию, что часть экспонатов, паровозов, локомотивов было привезено из Барановичского ЖД-музея. Вообще, если не ошибаюсь, таких у нас подобных музеев, специализированных, всего два в Беларуси. Как раз они находятся все в Брестской области. Один в Барановичах, который я посещал в прошлом году с Ромой. Вот сейчас будет ссылка на видео. Мы сделали. И второй как раз находится вот здесь, в Бресте, перед Брестской крепостью. Сразу скажу, не гарантирую съемку в этом музее, потому что, если не ошибаюсь, по сравнению, если сравнивать с Брановичами, то там съемка, по-моему, была с предел... Да, 5 рублей было в прошлом году. Скорее всего, такая же ситуация будет здесь, в Бресте. Съемка на фото... Видеоаппаратура будет наверняка 5 рублей и больше, поэтому, скорее всего, не сможем мы заснять. А если и сможем, то тихаря. Ну вот мы подходим к ЖД-музею. Сейчас подойдем к кассе, главному входу.
и узнаем стоимость. Вот, там уже кончилось фото. Стоимость входного билета и стоимость фото и видеосъемки. Ну, вы знаете, здесь, скорее всего, можно снимать, потому что здесь за каждым посетителем никто не будет ходить и никто не будет контролировать. Ну, вот уже сейчас можете посмотреть. А тут резина будет? Вот. Интересно, а тут резина будет? Смотрите, да, даже можно заходить вовнутрь. Ситюмский! Это уже какой там полосы. Ну, ладненько тогда, вот. Добро. Видите? Спасибо. До свидания. Серго Орджоникидзе. Девочка. О, кстати, такой похожий стоит... В этом Ворше, по-моему, да? Здорово. Ну вот. Касса, главный вход. Сейчас мы узнаем стоимость. Я думаю, я вас могу порадовать кадрами. Ну вот он, музей. Музей паровозов. Это будет останется, да, было? Да. Белорусская железка. Феликс Дзержинский, да, только хотел сказать. И его портрет, кстати. Да? А, ну да. На звезде его. Его фото. О чем? Считайте земляк. Опять закрыто. Ну, наверное, не надо. Нельзя, наверное, закрывать. Не, можно. На некоторые можно. Да, некоторые можно. Вот, ну, некоторые закрыты. А оно открыто, интересно? Старинные паровозы, нет, тепловозы, локомотивы, вагоны. Ну, практически все то же самое, что мы видели в Брановичах. Я знаю, привезли потом. Ну, красивый стоит паровоз. БПЗ. О, здесь Рома. Оп. А ух он ты. Работает? Он работает или не работает? Нет, конечно. Я могу нажимать кнопки. Машинный отдел. Чуть-чуть. Здорово. Чуть-чуть. Кошечка. Ну, прикольно. Вот этот тоже паровоз можно наверняка сюда залезть. Только. Нажимать. Есть ли смысл, я по таким уже лазил. Ворше похожий. О, почтовый. Почтовый вагон. 10 тонн почты. Ха, прикольно. Да не бойся. Не торопись, я все медленно иду. Ну, если вкратце, это, наверное, однотипные паровозики, которые отличаются только годом производства, да? Так они... Одного типа же. Да. Вот нам бы современные увидеть. Или там локомотивы, или дизель-вагоны. А вот еще какой-то интересный, может, времен царских. Нет, это вот. А, это какой-то. Этот, наверное, Красный Крест, наверное, да, Доброй Воли. А вот паровоз современный. Как современный. Советский. Вот красивый. Царский. Царский вагон. Двуглавый орел. А вот, кстати, на него, по-моему, можно заходить. По крайней мере, есть лестница. А, скорее всего, нельзя. Жалко. Вот. Советский. Локомотив, тепловоз. Это
тоже советский, но это паровоз. Да все ни одного типажа. Разницы я вообще не вижу между ними. Ну, может быть, в диаметре колес и все. Так, одни и те же. Ну, вот какой-то необычный, прикольный. Курсант Дмитрий Вишагани. Так называется. Это тепловоз. Ой, тут какая-то громадная. Целая громада такая вот. Ром, она вылетела, Ром. Оп, заходим в сердце тепловоза. Вот это, скорее всего, здесь печка была. Сюда уголь забрасывали. Нет, здесь был, скорее всего, склад угля. А вот сюда его забрасывали. И тем самым... И тем самым кормили тепловоз, точнее паровоз. Вот еще один тепловоз, в который мы можем зайти. Он открыт для посещения. И вот машинное отделение. Скоро взорвется, быстро отсюда. Тикает. Ой, нет, а мне баба. А сюда нельзя. А так я не хочу туда идти. Брест. Плицово. Вот еще один локомотив. Тепловоз серии ТЭС. Номер 3156, Рома туда залазит. Построен в 61 году на Луганском тепловозостроительном заводе. Сейчас зайду, покажу. Интересно. Да. В фильмах показывает. Здорово. Там еще какое-то одно место есть. Да, для помощника машиниста, наверное. А, это другой вход в отделение. Ну, здесь больше мест, куда можно залезть по сравнению с Барановичами, да. О, дизель вагон. А зачем тут линия? Вот тепловоз, точнее паровоз Ильича. Ну что можно сказать? Музей хороший. Интересно, можно полазать, посмотреть. Стоит ли он 2,5 рубля? Ну, в сравнении с Барановичами разница в 3 раза. Музей Барановича подобный. В прошлом году стоил 8 тысяч по-старому, сейчас он бы стоил 80 копеек. Ну, мне он понравился. Ну, вот такой вот музей. Ну что, дальше, наверное, пойдем в Брестскую крепость.